Позвольте сказать. Для меня высочайший. Мой президент Дональд Трамп. Поют амурские рэперы. А чем хотелось бы воспользоваться? Я хочу воспользоваться тем, что сейчас все эксперты, которые в зомбоящике, там, ну, умники, говорящие головы, которые что-то вещают, сами не знают. Я вот утверждаю это. Ни хрена! Обратите внимание, как нам навязывали этого Трампа наши российские СМИ. Ни для кого не секрет, что российские СМИ по сути и на самом деле подчиняются городу Вашингтону, и все, что они говорят лишь с ведома североамериканских Соединенных Штатов. Поэтому, что хочу сказать о Трампе. Первое. Дональд Трамп официально объявил, что Япония должна сама теперь защищать свою территорию, то есть она теперь должна заиметь ядерное оружие, как он прозрачно намекнул. Было это? Было. На Дальнем Востоке нам от этого весело? Я думаю, не весело нам на Дальнем Востоке от того, что у Японии будет ядерное оружие. Курилы и так почти продали. Трамп в переводе с английского означает козырь. Трамп там еще много чего наговорил, того, что у нас по телевизору не показали. У нас же просто, я не знаю, Жириновский пил шампанское. Все. Перед этим он пел «Боже, царя храни». Теперь он присягает другому президенту, обмывает его. Товарищи, у нас просто какой-то беспредел в России творится. Мой президент действительно Дональд Трамп, как поют вот эти амурские рэперы наши. И это не от того, что они не патриоты, а потому что они правду поют. Владимир Владимирович Путин сделал ставку не на того кандидата. Как выступал недавно Яков Кедмий, он сказал, что украинские политики лизали не тому кандидату. Так вот, может, они и лизали не тому кандидату. Но я уверен, вот я ручаюсь, на 90% уверен, что избранный президент Дональд Трамп президентом Соединенных Штатов не будет. Поэтому все, кто сейчас усиленно лижут задницу по нашему телевидению Дональду Трампу, я уверен, что они еще горько об этом пожалеют. Ну а рэперам амурским, которые исполнили такой замечательный рэп, я, блин, ну респект, ребята, респект. И девушка у вас вообще симпатичная. Единственное, что хотелось бы сказать по этому клипу, что негры снимают одни попки у женщин. Ну там у них, конечно, и попки-то вот такие, ну сами представляете там. У них-то морды страшные, а у нас-то в амурчанах мордашки симпатичные. Можно было не только попку показать, а так президент Дональд Трамп, ребята действительно не соврали. Не верьте нашим СМИ центральным, не верьте, я вот призываю к этому. Они пропагандировали за Дональда Трампа, усиленно пропагандировали. То есть у нас даже люди считают, что вот они даже как-то радость ощутили от победы Дональда Джонича. А Дональд Джонич вам, если придет все-таки к власти, такую бучу устроит, что Клинтоншу будете вспоминать как тетеньку добренькую такую, знаете, как воспитательницу детского сада. А клип, который предсказывал результаты, это Би-2, клип «Лайки», можете посмотреть, там все намеки на то, что будет дальше, даны. С вами был Роман Халиман из Шимановска, Амурской области. Привет с дальневосточной земли. Привет рэперам, которых я увидел на сайте ASN24. Бай! Thank you.
Thank you.